купил малышу цепь. Она в два раза меньше. Но были совсем тонюсенькие. Ну, совсем тонюсенькую я не стал. Не знаю, мне кажется, вот это будет нормально. Пойду менять ему обновку. Дедушка-малыш, привет. Ну что, готов обновку мерить? Меняем? Меняем. Все, перецепил цепочку. Старую пока бросил туда. Немножко длинновато получилось, ну ладно. Она получается, ну, где-то в два раза, да, тоньше. Как бы не в три. В смысле, легче, да, вот смотрите. Звенья короче получается и в два раза тоньше. Ну, такая, довольно воздушная, в отличие от этой. Вот, так что, сейчас малышек у нас гуляет. Я ни хрена не слышит, старый пень. Ладно, надо его привязывать. Тяпа возмущается, что малыш гуляет, а он нет, да? А вместе отпускать нельзя, потому что Тяпа молодой. И он малыша может обижать. Поэтому вдвоем их нельзя. Сейчас его привяжу, тебя отпущу, чуть побегаешь. Смотрите, нам какая у тебя цепь теперь красивая. Вот такая маленькая цепочка малыша, да? Да. Ой. Скажи спасибо зрителям, что они обратили внимание на цепь. Конечно, не в том контексте, но натолкнули меня на мысль. Потому что цепь-то тебе надо уже поменять, что ты уже никуда не сорвешься. Да? Все, давай, отдыхай.